В роддом с полицейскими мигалками доставили жительницу Кохмы в канун Нового года. На улицах были предпраздничные пробки, и карета скорой помощи не могла проехать. Врачи уже думали, что роды придется принимать прямо в машине. Патрулировали город Кохму, видали скорую помощь без маяков. Видно, что торопился водитель. Остановили, фельдшер выбежал, попросил о помощи, что отказали маяки, а в салоне рожает девушка. Принято решение было, соответственно, помочь. Полицейские включили проблесковые маяки и звуковой спецсигнал на служебном авто и проводили скорую до медицинского учреждения. Офицеры буквально на руках вносили женщину в родильный дом. Очень долго, 40 минут. Ехала скорая, если бы они приехали бы пораньше, то бы это, ну, не было бы таких проблем. Вот. Ну хорошо, слава богу, благодаря сотрудникам ДПС доехали вовремя. В Рождество сотрудники ДПС пришли в гости к молодой маме. У Оксаны Козловой четверо детей. Младший, несмотря на все сложности, родился здоровым. Мальчика назвали Анатолий. Поздравляем вас с Рождеством, с Новым годом. Крепкого вам здоровья. Всего самого хорошего. Спасибо. Держите сладкие подарки. Держите. Спасибо. Спасибо. Сотрудники дорожной полиции, кроме сладких подарков, вручили семье Козловых диск с мультиками о правилах дорожного движения. Маленькому сыну Оксаны офицеры пророчат карьеру в правоохранительных органах. Мария Смирнова, РТВ Иваново.